По традиции, в последнее воскресенье мая проводится яркий национальный армянский праздник Хачкар. 23 года назад здесь установили крест-камень. Это символ армянской веры. Хачкар доставили из Армении и выбрали для него самое высокое место. Отсюда открывается прекрасный вид. Празднование началось с торжественного богослужения. Поздравить соседей приехали все желающие, а в качестве почетного гостя и администрация города. Заместитель главы Олег Костенко вручил почетные грамоты самым активным общественным деятелям. Всем, кто вносит свой посильный вклад в дело добрососедских отношений, помогает хранить традиции и веру, и тем, кто просто старается для процветания своего города, села и армянской общины. 23 года мы здесь собираемся, и этот праздник не только армянского народа, но и греков, казахов, русских. Все мы здесь, это праздник мира, добра, это праздник национального единства. Праздник получился действительно замечательным. Народные гулянья, традиционные угощения матах, а еще для всех и для каждого задушевные лихие песни и великолепные танцы.